my step. Follow me. Да. Чем я могу помочь? Да. Табра. Чем я могу помочь? Я чувствую твой запах, грабитель. Я чувствую вкус твоей стали. Я слышу шорохи сотен душ, убитых тобой. Имена. Ты не найдешь их здесь, грабитель. Только вопросы. Он лишил нас наших имен, точно так же, как мы лишили его. Да, наш страж. Интересно, задавал ли ты этот вопрос себе самому? Услышал ли ты что-нибудь, кроме болтовни жрецов, стонов и вздохов погибших душ? И увидел ли настоящую головоломку? Да, подумай о нем. Это идеальный защитник. Они лишили его имени, а значит, у него не было гордости. Они лишили его личности, а значит, у него не было амбиций. Его цель была простой и чистой одновременно. Защищать свой народ и уничтожать его врагов. У него не было изъянов. Он был совершенен. И все же он стал нашей погибелью. Это совсем не причина. Страж обратился к темному плетению, чтобы выполнить свой долг. Он сделал это только для того, чтобы остаться в живых и защитить свой народ. Но есть один маленький и грязный секрет, о котором вам никто не расскажет. Мы напали первыми. Мы не позаботились о том, чтобы узнать намерения стража. Подумай об этом с его точки зрения. Он страж, главный защитник страны. И тут на него нападают солдаты и маги Элефарна. Он... самый преданный защитник Элефарна. Поэтому те, кто нападает на него, являются врагами, даже если они одеты в цвета Элефарна. Кто знает? Эти эльфийки, опьяненные кровью, бросились в атаку еще до того, как мы успели подумать. Да, природа стража изменилась, но что это значило? Чего он хотел? Отмстить? Вернуть себе жизнь? Или он просто хотел есть? Мы даже не попытались узнать это. Что касается меня, я не думаю, что его намерения изменились. Ни тогда, ни сейчас. Возможно, или же теперь,
когда нет Лефарна, который нужно защищать. Страж просто пытается уничтожить врагов, тех, которых он видит. Почему нет? Появление цели, хотя бы мимолетной, станет изменением к лучшему. Да. Your deep flex. Is there something you need? Jujanqui. Something you need? Да? Тебе что-то нужно? Да. Right. Walk in my step. Follow me.
Идите по моим следам. Да? Появились враги. В атаку!
с тобой? Хорошо. Я пойду с тобой. Да? Да. Следуйте за мной! Тебе что-то нужно? Is there something you need? Да. Чем я могу помочь? Пора применить оружие. Кто показался? I have seen our enemy. Here. Thank you.
Чем я могу помочь? Да. Тебе что-то нужно? I say yes. Да. Чем я могу помочь? Конечно, я это сделаю. I say yes. Со мной. Чем я могу помочь? Да? Закончим с этим. Орк, любитель троллей. Don't take this! Is there something you need? Thank you.
живу. Я думал, что нет. Знаешь почему? Никакой боли. Был во стольких битвах и еще ни разу не чувствовал себя так. Ну, как ничто. Громобрюк зовут меня. Железная рука Дардата. Первый дворф, который поднялся на стены солнца камня. Ха, это все из-за моего аппетита, понимаешь? Так меня прозвали парни на полях Делимбира. Вот он я, сражаюсь, крушу троллей направо и налево. И тут мое брюхо начинает рычать громче, чем я. А все из-за того, что утром не позавтракал. Эх, хорошие были деньки. О, со мной все в порядке. В общем, я практически знал, что так оно и будет. Я слишком люблю этот мир, чтобы просто так покинуть его. Я люблю жратву, девочек и драки. Я умер в битве, в последней битве, когда все, кто остались в Лефарне, вышли на бой против Скалата. Говорят, что мы победили, загнали его в какой-то теневой мир. Но я не считаю, что это победа. Победа — это когда я замахиваюсь топором и разрубаю череп врага. Это не было победой, даже для Вирма. Да, все войско Дардата, тысячи знамен и железа, железо повсюду. Море железа, куда не бросишь взгляд. И я во главе армии, рядом со старым Гризлбирдом и леди Кроуспайт. А над нами тот хрустальный Вирм. О боги, какой он был огромный! Кто знает, откуда он пришел? Но он пришел, чтобы уничтожить стража, и для нас этого было довольно. Хорошо, что он был с нами. Выяснилось, что он крепче, чем казалось на первый взгляд. Сумел отвлечь стража, пока маги делали свое дело. Правда, это ему не помогло. Страж убил его, как и всех нас. Мы видели, как он упал с неба. Он сиял, словно бриллиант. Маги еще не были готовы, и поэтому они бросили в атаку нас. Последнее, что я помню, это как шла вперед армия Дардата, и я был в первых рядах. И тут появились эти маленькие тени. Они были повсюду, сотни теней, и одна из них, она вдруг возникла передо мной. Она была близко, так близко, она потянулась ко мне. Сначала нет. Я думал, что отправился вместе с остальными. Я чувствовал их, понимаешь? Чувствовал, как они улетают, уходят куда-то. Но не я. Я дал клятву. Перед битвой поклялся, что не вернусь домой, пока страж не будет убит. Мы все поклялись, но я клялся от чистого сердца. Они победили его. Маги победили стража. Согнали его на ловушку. Не знаю, откуда я знаю.
знаю это, но я знаю. Да, если тебе что-нибудь нужно, тебе поможет дворф Громобрюх. I say yes. В древние времена для защиты Илифарна был создан страж. Если пришло время разрушить наш великий инструмент, то его разрушишь ты. Возьми это благословение союза. Пусть его свет утешает тебя в твоих путешествиях. Третья часть ритуала завершена. Сконцентрируй свою волю на статуе. Знай, что хотя король теней может ранить тебя бесчисленное число раз, у тебя есть сила нейтрализовать все повреждения, которые он наносит тебе или другим.
принес сюда мир. Я благодарю тебя за это. Мои собратья-духи испытывали жестокие муки, и их боль воплотилась в чудовищных существах, которые бродят в этих стенах. Но благодаря тебе их боль утихла хотя бы на время. Если тебе удастся победить стража, здесь наконец-то воцарится мир, но покой станет для меня и сладким, и горьким. Моя не жизнь закончится, но мои книги, как и мое тело, превратятся в прах. Они остатки древнего знания Элифарна. При жизни я ухаживал за ними, укрывал их, и даже после смерти я не допущу, чтобы они погибли, как погиб Элифарн. Многие приходили сюда в поисках знаний, и я мог направить их. Те дни давно прошли, но моя цель осталась неизменной.
Джан Квидиде. Да? Чёрти тьме! Is there something you need? Добро. Джан Квидиде. По моим следам.